Первый проректор СГУ Эмин Ягубов, который наравне со своим коллегой Павлом Васильевым и исполняющей обязанности ректора Ольгой Сотниковой претендует на кресло руководителя вуза, пробует новые формы выстраивания диалога со студентами. Он поздравил учащихся университета с Татьяниным днем и постарался сделать это оригинально по-молодежному. С днем студента, всех познем студента, пусть пятерками пестрит ваша лента. Ролик посмотрели 1300 человек, что, наверное, неплохо в условиях вуза.